Привет! В этом видео я тебе расскажу о своем новом автомобиле BMW M3 F80. Как я его тюнинговал и с какими трудностями я столкнулся. Но также сколько всего я потратил денег на данный автомобиль. 200 тысяч верт собрал этот пользователь, но если ты хочешь точно так же, лайк, подписка и любой комментарий дает шанс выиграть тебе 200 тысяч верт на любом сервере Amazing RP. Также хочу напомнить, что играю и снимаю я на проекте Amazing Online. Для новых пользователей есть специальный промокод, вот так вот он пишется, вводи его при регистрации и получай хороший бонус. Всем я желаю приятного просмотра. По окончанию ивента в моих призах уже был готовенький стоковый автомобиль, ради которого вы смотрите данное видео. Также с ивента мне удалось забрать два нитро, один из которого я продал за 30 миллионов в первый же день ивента, а точнее появлений цен, а второй я уже сразу же оставил на автомобиле. Также в этот день я смог приобрести себе уже номера на данный BMW. Это Ешки 887 на московском регионе, можете посмотреть скриншот прямо перед вами, как она в принципе выглядит на этих номерах. Итого, после покупки номеров мне осталось приобрести третий чип, аудиосистему и стробоскопа. Я начал делать объявления на абсолютно всех серверах, я готов был переводиться на любой сервер ради этого. Но все мне ломили оверпрайс за стробоскопы, хотели около 170 миллионов, 160, я понимал, что это очень много. И за аудиосистему около 100 миллионов. Третий чип мне предлагали за 60, за 70. В общем, на сервере я смог найти пацанчика, кентика, кентафурика, который предложил мне выкупить его третий чип и брендовую рамку. Тут я вообще офигел, ну и в принципе полетел уже сразу же переводиться. Давай, сделаем сборку. Сделаем. Ты чип будешь оленя мне продаешь? Блин, тяжело. Я не знаю, Санек. Все, спасибо, пацаны. После приобретения третьего чипа и брендовой рамки я перевелся обратно на Азур и решил уже достать саму BMW и попробовать ее затюнинговать. Транспорт. А что за бэха-то? Все, брат. Какая бэха-то, ё-моё? Ебать. О, нифига, ты видел, какая у нее коска? Какая? Я третий рамки, я не могу инвайтить. Ну ладно, шучу, брат, ну нравится, кайфуй. Ну да. Морда прикольная, жопа, ну, даже не смотрел. Сигнализация, лям, антирадар 700 тысяч. Ебать, пацаны, топливный бак 1,5 миллиона. Все установил, тюнинг. Тонер еще можешь поставить. Покраска, она мне, знаешь, в каком цвете, вот в таком она мне понравилась. Ой, она мне в таком понравилась. Все хорошо. Ну, зеленый самый оптимальный. Да. Отлично. Салон в белый, да, въебать? О, вообще ебать белый салон, чем, зеленый. Чем черный? Белый же, да? Да, 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 белый. Ну, и тонер еще можешь круг поставить. Диски не буду. Тонировка, все. Задние. На 9 месяцев. 5%, 600 тысяч. Передние. На 9 месяцев. В этот. О, ебать. Не, мне нравится, пацаны. Похуй, что вы там не говорили. Потом призе, цветная рамка. Бля, какую ставить? Какую ставить? Ну да. Ну да. Я думаю, кажется, баба будет. Она сливается, но все равно прикольно. Так, потом призы. Ну, блядь, ну. Третий чип, нахуй. Бам. Тюнинг. Нитро. Бам. Она должна пулять, да? Так, все, бренд. Неон не хочу, честно, стать. Ебать. Также забыл сказать за неон на сильвере при переводе уже на Азур. Мне кентик подбежал, говорит, купи, пожалуйста, мне неон. Мне очень срочно нужны деньги. В общем, этот неон мне обошелся в 13 миллионов. После перевода я сразу же пошел на рынок, выставил за 20-ку и буквально через 2-3 часа у меня его купили. Проходит ровно неделя спустя вот этого момента, когда я затюнинговал автомобиль, поставил третий чип, номера, цветную рамку, также нитро. Ну и, в принципе, я нахожу свой самый главный элемент, это аудиосистему. Ну, собственно, теперь и сами подсчеты. Стоковый автомобиль BMW M3 F80 стоит 160 миллионов по курсу снежков. Аудиосистему я приобрел за 84 миллиона, третий чип я приобрел за 45 миллионов, нитро мне обошлось в 30 миллионов, также по курсу снежков. Номера мне обошлись в 6 миллионов, цветная рамка в 8 миллионов, ну и затюнинговать сам автомобиль в СТО около 10 миллионов вирт. Итого 343 миллиона я потратил на данный автомобиль. Конечно, эта сумма сказана грубо, ведь снежки можно было фармить, а аудиосистему
систему и остальное можно было найти дешевле. Но все же эту машину я собираю для души и продавать ее вообще не собираюсь. В будущем у меня есть цель дособрать эту машину до фул зелени. Если вы владеете стробоскопами или неоном, то пишите мне в личку, мы обязательно с вами договоримся. Всем хочу сказать спасибо за ваш просмотр. Напишите в комментариях, что вы смогли забрать с новогоднего ивента. Будет очень интересно почитать. Скоро увидимся.